Банда федеристов. Четыре человека с федерами. Больше ничего. Одни только федера. Ну что, доброе утро. На Днестре, на Оперном. Серега с Юрочком уже распочинились. Мы свою рыбку еще ждем. Ну, вон дальше Рома. Серега Монтана. Вот в общем, компания собралась. В общем, компания собралась у нас классная. Это точно. Значит, мы проезжали. Места на Днестре нет. Машины едут одна за другой. На той стороне вон тоже видите. Вернее, это смотри. Люди стоят, и мест нет. Хотя он напротив нас, да, Юра? Вроде там вот места вот есть. Есть места на той стороне. Это вы просто есть. На той стороне, где сухо. Есть места. Там вот можно встать вон по деревам дальше. Вот. В общем, забросили. И ждем свою рыбку. Дождем. Конечно, ждем. И дождемся. У-у-у, красавец! Без подсака такую сумму сложно взять. Там вот сам поводок может не выдержать. Мастер-класс даешь ты, Серый. Да, учитесь, Алагин. Молодец. Так, ну что, карась Юрин? Кто-то сегодня карась. Я говорю, карась Юрин? На, держи. Спасибо. Юра, а где же она хорошая? Так, слушайте, так давило. Я думал, на самом деле хорошая. Снимаю. Кого? Тебя. Меня снимать? Да. Всем привет. Маме можно привет передать? И жене. А сейчас бы что, да? А все может быть. Не, подлещик. О! Давай подсаком возьму ее. Ну, это красивый. Я оборвал поводок. Поводок оборвал или? Да. Лежит. Да, треснул поводок. Ну, 0,14. Нормально, это 0,14. 0,14 хорошо, вот сам поводок. Ой, полкило. Ну, я вам говорю, ну, что я поймал. Два белых опарыша и 3-4 мотыля. Да, крупничок. Карта еще не вымылась, видите? Да, она у тебя берет на падение прямо. Карась. Карась. Забери домой, я тебе дам, ты карасишки не давал. Юра, он тебе сказал же, что говорит, с этим карасем его из дома выгонят, да, Серега? Я говорю, Роме, ночью были поклевки, он говорит, смотри, одного бычка только поймал за ночь, и все. Понимаешь? А ночью должен идти лечь. А гусеры мы много здесь собрали, очень много. Стоит в толще воды, и мы бросаем, она тут же хватает. Была бы еще густера, как густера, слышишь, смотри, мелочь такая, что... Юра. Что, оторвалась? Ну, так же, как у тебя. Охренеть. А где вы покупали карбон? Это на 7-м брал. Да. Это классная поклевка. Это как это? Вот бурь ее знает. А рыба? О, рыба есть. А, так мы какую-то снасть поймали. Давай я тебе помогу. А ну, вытащи, смотри, леску. Сука. Она дальше идет, смотрите. Что? Биться карася решил. Ну, если ударчик был хороший, значит и рыба должна быть хорошая. Ну, у нас не полфлаг, да, это. Буду не рисковать на 12-й поводок. Карасик, что ли?
На 0,12 поводку. Стрёмненько. 0,12, да. Ты же на 0,12 перешел? Да, и фудо самый маленький причем. Зараза, смотри. Вот черт его знает, может быть, в самом деле на 0,12 перейти. Это уже издевательство, слышишь? Сколько я их уже переловил? Верхняя губа. Угу. Классика подсечки. Да, заходит. Или центр, вся рыба практически идет. Или центр нижней губы, или центр верхней губы. Отстрелил этот целую вершинку. Юра, возьми подсак, пожалуйста. Давай. А, Толей. Григорич, ну, хороший. О, спасибо, Сивенко. А, у меня же там этот тоже паттерностер. Если она там сидит, значит, она сидит. Спасибо и за то, что Юра, ради бога, мы же не за рыбой приехали. Мы же приехали. Не, я уже не беру, это уже Григорий. Ты уже не берешь? Не, ну это вам куда? У меня уже достаточно. На, Юр. Григорий. На. Григорий. Юра. На. Ты маленький хлеб. Два раза мне не говорить не надо. Я вижу карася. Вот течение сильное. Слушай, бросил черти куда, оно уже влево ушло. У меня же, извини меня, это самая кормушка 120, не такая, как у тебя 84 или сколько там. 84 у тебя, да? 84 грамма. У меня 120, слышишь, а ее так несет. И шмотылька одной порции не хватает. Это полторы порции. Это полторы даже порции? Да. Я на прошлую рыбалку взял в Хлебодарском две порции. Нам, в принципе, хватило на троих даже до самого, до конца, почти до конца рыбалки. Там уже в конце начали на червяка. Ну, на червяка и клевал, и этот, и лещ клевал на червяка. Крупняк, как у Юра поймал. Так, не делай мне поклевку, не делай мне волны. Зараза, на солнце в глаза светит, сложно снимать. Как-то надо так, чтобы, знаешь, это вот солнце не попадало. Да. Вот эта зараза мелкая нас с Масюринцем замучила. Опа. Бросай его, бросай. Юра сегодня зацелился на карася. И вот, пожалуйста, карась. Везет. Везет. Хорошо сидим. Да, Юр? Погодка сегодня, да? Да, погода вообще великолепная. Какое сегодня ноября? 15-е. 15 ноября. На 0,12 поводочке прямо под ножки. На 0,12 это все, да? Я же говорю, она там сидит под люком. Пока солнце не село, надо показать улов. Так, вот это мой улов. Достойная рыбка, это только вот одна. Ну и ладно, и хватит. Отдохнули зато чудесно. Погода была великолепная. Надо просушить садки. Хай сохнет. Так, это Юрчика улов. Ну, Юркины карасики, подлещик. Нормально. Нормально все. Показываешь свой улов? Рыба есть. О. Ну, вот эти мы два утренних, конечно, красавцы.
красавцы. Главное, это самое, Рома, что Юра доволен. Он отловился сегодня по карасю. Карасиков натягал то, что я и хотел. Ну, нас во время рыбалки очень замучила мелкая устера. Мы ее посадили на точку. Фух. Мы просто от нее не смогли избавиться. Вот сейчас вот Юрчик выбросил тоже мелкую устеру, поймал. Она просто нас задолбала. Первый 500, меньше 525, больше 705 грамм. 705 грамм? Ну, да. Нормально. А ну, Григорьевича? Да, смотри, там грамм 600, наверное, не больше. Наверное, не больше 600. Серый, давай тебя сфоткаю. Сколько? 640. Сколько? 640. Так, все, друзья, будьте здоровы, не в хвостане чешуи. Фидеристы, банда. Юрка, рукой помаши. Все, будьте здоровы, не в хвостане чешуи. До новых встреч. Все, пока.